Всем привет, ребят! Ну что, как видите, наконец-то апнул я практически миллион силы. На это ушло у нас немножко меньше времени, чем я думал. На английском, как обычно, топовые акции. Их я вам покажу отдельным видосом, как я еще докачивал силу. В общем, вот такой вот трешечок. 999 999 получилось сделать. И вопрос, сможем ли мы дальше качать силу, думаю, волнует всех. Ну, точнее, волнует меня. Все, наверное, всем интересно, но волновать всех оно не должно, потому что на английском топы пока, к сожалению, максимум, что дошли до 700. 300 тысяч разрывов у нас. Так, поехали по акциям. Что у нас сегодня интересного есть? Пиратик. Так, такой вот, ну не меняют, как ни странно, не меняют здесь они его. Молотки Багрома, так. Шоппинг спри, просто имбовый шоппинг спри, как по мне, потому что можно получить топовые плюшечки. Огник, 60 осколков за один тег. Розалинда по 20, вот есть, вижу. Не забирает уже некросов даже, зажрались совсем. За 2 тека, ребят. Ледяха за 4. Ну, в общем, вот как-то так. Так, окей. Яйца. Что это за прикол? Наверное, где-то сбой. За 13 тысяч потраченных, скорее всего. Либо за 15 возврат, 15, либо 13. Ну, как видите, смотрите. Сколько дают топовых? 1680, 100 легендарных. Ребят, 100 за 1680 потраченных. Ну, я считаю, это реально круто. Плюс нормальные возвраты. Плюс пятые коробки. Скажите, что на русском там, либо где-то еще лучше. Конечно же, нет. Поехали посмотрим Tower Gifts, что здесь интересного есть. Так, Tower Gifts. А, эволюция, урон эволюции, ну, короче, такое себе, а не то. Так, вот есть сундучки за покупку. Давайте посмотрим, что у нас сегодня тут есть. Так, самики, психощит. Попробуем сейчас, может, выиграем кого-то героя имбового. Эква, психощит. Ну, психощит, наверное, скорее всего, первого уровня. Вряд ли восьмерку. Гаргул, Дракос. Ну, карты Теква в основном падают. Варлок. Немножко падает героев. Ну, опять же, это английский сервер. Чему тут удивляться? Тут топовых героев вообще за копейки продают. Я считаю, это правильно. Чтобы большее количество людей были в каких-то более-менее равных условиях и могли потрешивать. Так, тыква, тыква. Да, ничего тут такого интересного нет. О, Молтаника, ничего себе. Так, Lucky Flipping, поехали посмотрим, что нас тут ждет. Сейчас только заберу награды. А то опять половина потом пропадет. И качнем силушку, посмотрим, что же будет. Я думаю, что все-таки сможем качать. Так, ну, так вот, вроде неплохо. Как бонус. Так, что у нас Lucky Flipping? Поехали посмотрим. Так, ну тут как обычно сейчас Леона падает, дерево, наверное, и руны бега. Это всегда одно и то же. Ничего нового не меняют. Кенди, ничего себе. Вариант. Опять руны бега. Но отсюда я вытаскивал лутника и ни одного, в принципе. Ну, в принципе, тут фиолетовых есть еще натащил с этого. О, ничего себе, ведьма. С акции. Магазин скидок, поэтому
Тут вопросов, думаю, у меня уже по патам не будет. Можно будет, кстати, и пооткрывать, получить еще добавку. Хотя оно того не стоит, в принципе. И так куча сумок одер. Ну, тоже неплохие герои падают, как видите. Не то, конечно, что хотелось бы, но, опять же, терпимо и нормально. Вот, Варлок. Танкс. Коробочка даже, Валька. Ну, неплохо, набор героев, конечно, не маленький, как видите, падает много разнообразных героев. Гарпия. Удивили, удивили. Так, императорская кузница, поехали посмотрим, что нас тут ждет сегодня. Так, опять сливаем. Confirm, fail, вот так вот. Так, покермачер. Поехали. Это тоже интересная игруха. Тоже мне нравится играть. Одна и та же комбинация заходит всегда практически. Ого, ничего себе. Ну что, я столько сегодня гемов потратил. Что за дела? Комбинация 3 плюс 2. Иногда бывает, заходит и стрит. Возрастание. Но не всегда. Поэтому лучше немножко пощелкать 3 плюс 2, более вероятность большая. Ну и последнее время, вчера играл, сегодня смотрю, что они все-таки понизили шансы. Либо увидели, что она часто выпадает. Сейчас по-любому ее условию. Но раньше она очень часто выпадала, а сейчас как-то печальней. Видимо, поняли, что мы здесь взломали. Да, что-то не то. А, и поменял еще это. Все. Ну, хотя у нас есть еще попытки так на открытие. Но странно, странно очень. Было получше все. Короче, и здесь похерили. Рандом. Короче, ничего не... Кина не будет, ребят, походу. Так, бубну мы тоже не вытащим. 6 попыток у нас. Больше вероятность того, что мы словим нужную карту сейчас. Просто в рандомном открытии. А может... Вот, видели? Вот есть exchange. Так, Prime Hero Card, талант, коробка, пэтбак второй. Сейчас. Ну, такое себе. Не особо топовая. Ну вот и все. Ничего толком мы не выиграли. Уже 60 итемов на почте. Печально. Так, и у нас еще есть так, update details. И спасибо, Smash and Win. В общем, вот так вот. Конкурс будет на стриме. Сейчас я стрим запущу немножко попозже. Так, Дрейк. И уже с вами пофанимся. Короче, тут прям карты падают. В основном. Вот такое. Так, окей. С этим разобрались. Ну что, поехали. Поехали, ребят, трешевать. Самое интересное сейчас будет. Посмотрим. Хватит ли нам или не хватит. Давайте любого, у меня тут 15 есть. Ну чё, как думаете, что будет дальше? Вот мне самому интересно. А даст качать силу, либо расширится рамка, либо не расширится, останется 999. В этом сам... Вся суть вопроса, там, даже не в ляме силы для меня, да, это показатель, там, миллион силы, ну, по сути, он ничего не дает. Только то, что ты в топе во всем мире, ну, ничего себе, здесь дало, смотрим здесь. Вот так вот, ребят, просто тупо похерили графику игры.
Семерка у нас теперь балованная получается за этим. Так, ну давайте еще похерим. Сейчас попробуем, кто тут у нас на прокачку есть. С 15-х. Так, окей, есть. Сейчас немножко их попрокачиваем. Самому просто интересно. Ну, в принципе, как видите, просто у нас рамку, думаю, расширят. В следующем обновлении опять под меня. Чтобы было красиво. Надо именно будет написать. Что за дела, ребят? Ваша графика не вмещает мою силу. Мне кажется, то же самое будет и с самоцветами. Просто выйдет тупо за рамку. С такими тампами прокачки, думаю, мы это тоже скоро узнаем. Ну, в общем, как-то так. То есть, можно свободно качать, не париться. Свыше ляма силы свободно берется. Самое главное, ресурсов где-то столько набрать. Потому что, ребят, на это уходит очень много книг, очень много там красных кристаллов. Дофига уходит. Вы так думаете, смотрите, это вроде просто, но в самом-то деле расходников нужно очень много. Особенно кристаллов. На дальнейших прокачках. Вот посмотрите, 15 тысяч кристаллов только уходит на перекидку на с 15 на 16. Ну, в принципе, я еще потом подокупаю, подокачиваю. Вот так вот можете меня поздравить. Миллион силы мы покорили. Даже сделали немножко больше. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.